Нет, не так. Надо заново. Итак. Дорогая, ты чем заниматься? Слушай. Я очень часто посещаю мероприятия нашего канала. Партнером каждого из наших мероприятий является очень классная компания «Леди Фуршет». Они так красиво все украшают, они берут там красивую еду, они делают такие красивые канапе, у них такие безумно красивые шоколадные фонтаны. И я, между прочим, у них научилась. Ты посмотри, я сейчас выстрою из еды такую композицию, что, мне кажется, она понравится всем гостям, кто будет к нам приходить. Ну, во-первых, здесь еды как-то не очень, знаешь, а во-вторых, твой дизайн, мне кажется, тебе еще надо несколько лет ходить на все мероприятия, не пропуская ни одного, и учиться. Мне кажется, тебе не стоит вот здесь заниматься вот этой вот ерундой. Мне кажется, просто вызывайте компанию «Леди Фуршет», они вам украсят любое мероприятие, и, кстати, не только едой. Тест «Леди Фуршет». «Леди Фуршет». И не мучь ну, ладно. То, чего не надо. Хорошо.